живем в отлично воспитанном городе. Воспитанные автомобили и автобусы мчатся по мостовой и слушаются воспитанных милиционеров. Слышишь? Слышу. Но ваши птички воспитанные. А я не воспитанный, поэтому я буду делать что хочу! Внимание, внимание! Кто-то разбудил бабушку, и теперь она опять не уснет. Кто-то разбудил бабушку? Теперь она опять не уснет. Кто разбудил бабушку? Кто разбудил бабушку? Еще! Все, есть хочу. Ты обещала пригодиться. Угощайся. И хвост мне пришей. А потом еще покатаемся. Покатаемся. И хвост пришьет, и пирожки испечет. С капустой. С капустой. Поехали домой. Пирожки! Как это горчишники кончились? Есть банки. Мне не нужны банки. А полынная настойка есть? Тоже кончилась. Касторка имеется? А? У меня от касторки нога выросла. А вы хотите третий? Нет. Но костыли теперь мне ни к чему. И горчишники супер. Мы чувствуем себя как маленькие девочки. Верно, Луиза? Верно, Алиса? А мой папа снова может разговаривать. Хочу касторки. Еще! Еще выше! А теперь отпускай левую руку. Так. А теперь правую. Представь себе поезд, и на нем только чемоданы. Сидят и поют свою песню. Бегучие, падучие, никем не победючие, мы едем сею гущую, взяну свою могучую. Бегучие, падучие, никем не победючие,